Всем привет! Меня зовут Наташа Кинза. Иногда я делаю видео под категорией «Что связать из остатков пряжи?». И под этими видео вы мне пишете: «Ничего себе, какие остатки! Да мне бы такие остатки! Я бы навязала, ой, точно, 4 свитера, 3 одеяла и ковер еще в придачу. Если бы у меня были такие остатки, это совсем не остатки, это полноценный объем пряжи». Сегодня я хочу показать вам, какие миленькие вещички, сувениры можно навязать даже вот из таких вот крохотулечек, даже из таких остатков. Берите крючок, давайте вязать. Начинаем мы вязание с волшебной петли. Подбор цветов не имеет никакого значения. Вы можете их комбинировать так, как захотите, из такой пряжи, которая у вас есть в остатке. Итак, делаем волшебную петельку. Подхватываем крючочком. Забыла сказать про крючок. У меня 2,5 это размер. Вы подбираете под толщину своей пряжи. Особого значения здесь тоже это не имеет. Итак, вяжем одну воздушную петлю, вторую воздушную петлю и третью воздушную петлю. Теперь вот в эту нашу волшебную петельку мы будем вязать 11 столбиков с одним накидом. Делаем накид и прямо петельку вяжем столбики с накидом 11 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Вместе с петлями набора, вот с этими тремя петельками, у нас получилось 12 столбиков с одним накидом. Затягиваем наше вот это колечко и ищем крайнюю петельку. Вот она, 1, 2, 3. Заднюю полупетлю вводим крючок и соединительной петлей закрываем ряд. На этом первый ряд мы закончили. Чекрыжим все ножницами, прячем хвостики. Берем другой цвет, у меня это вот такой красивый фиолетовый. И находим место не в петельку, как обычно, при обычном вязании, а между столбиками. Вот сюда, между столбиками, я ввожу крючок, вытягиваю рабочую нить и вяжу одну воздушную петлю и вторую воздушную петлю. Следующий промежуток между столбиками я ввожу крючок и вяжу столбик без накида. Одна воздушная петля. Следующий промежуток ввожу крючок, столбик без накида, воздушная петля. Снова промежуток между столбиками, столбик без накида, воздушная петля. Так мы вяжем по кругу до конца ряда. Дошли до конца ряда. Заходим вот сюда в арочку. Вытягиваем рабочую нить и соединительной петлей закрываем ряд. Второй ряд у нас готов.
прячем хвостики. Я вам не показываю, как я прячу хвостики, потому что я это делаю не очень аккуратно. У меня эти хвостики просто в конечном изделии просто не видно с изнаночной стороны. Я беру третий цвет, выбрала белый цвет. И вот так же ввожу крючок в арку, которую мы вязали из воздушной петельки в предыдущем ряду. Ввожу сюда крючок, вытаскиваю рабочую нить. Один раз делаю воздушную петлю и второй раз делаю воздушную петлю. В следующую арочку ввожу крючок, вытягиваю рабочую нить, столбик без накида. Одна воздушная петля, столбик без накида, воздушная петля, столбик без накида, воздушная петля. И так далее до конца ряда. Довязали до конца ряда, ищем нашу арочку и соединительной петлей закрываем ряд. Вот такой у нас кружочек красивый сейчас получается. Вы можете сочетать совсем любые цвета. Можно даже, например, сделать серединку одним цветом, потом два раза сделать другим цветом, одинаковым, как я делала в одном из изделий. Да, тут у меня было желтый цвет, тут у меня было два ряда белого цвета, и сверху был зеленый цвет. В конце вы посмотрите, что у меня получилось. Вяжем последний, четвертый ряд. Я меняю цвет на вот такой зеленый. Просто вот какие цвета мне попадаются, те и беру. Итак, вводим крючочек в арку, в любую, какая вам нравится, предыдущего ряда. И крепим рабочую нить. Одна воздушная петля и вторая воздушная петля. Накид. В следующую арку вяжем полустолбик с накидом. Накид. Сюда же вяжем столбик с накидом. Две воздушные петли. Одна, вторая. Накид. В эту же петельку вяжем, в эту же арку, столбик с накидом. Накид. И сюда же вяжем полустолбик с накидом. Вот что у нас получилось. Одна воздушная петля. В следующую арку вяжем столбик без накида. Одна воздушная петля. В следующую арку вяжем столбик без накида. Одна воздушная петля. Накид. В следующий столбик повторяем вот этот мотив. Вяжем полустолбик с накидом, накид. В эту же петельку вяжем столбик с одним накидом. Вяжем 2 воздушные петли, накид. Сюда же столбик с накидом, накид, полустолбик с накидом, воздушная петля. В следующую арочку мы вяжем столбик без накида, воздушная петля. В следующую арку вяжем столбик без накида. Одна воздушная петля. И повторяем снова вот эти два мотива. Вяжем полустолбик с накидом, столбик с накидом. 2 воздушные петли, столбик с накидом, полустолбик с накидом, 1 воздушная петля, в следующую арку столбик без накида, воздушная петля, столбик без накида, воздушная петля, и снова наш мотивчик четвертый. Полустолбик с накидом, столбик с накидом, 2 воздушные петли, столбик с накидом, полустолбик с накидом,
воздушная петля, в арочку столбик вяжем без накида, одна воздушная петля. Вот мы пришли уже к концу ряда, просто вот сюда в арку вводим крючок и вытягиваем наш хвостик. Вот что у нас получилось, такой интересный мотивчик. Сейчас спрячу хвостики. Вот такой мотивчик у меня получился. Ну и что, скажете вы, и что, и мотив квадратный, что такого? Все мы умеем такое вязать. В чем идея? А вот что можно сотворить из этого маленького, крошечного, симпатичного квадратика, я вам сейчас и покажу.